Я воевал с советской системой. Контракт получал государство. Меня продавали как раба. Путин 58 лет. Первый раз стал на коньки в жизни. Готов любого политика в мире поставить. Того же президента Трампа. Я думаю, что он в гольф хорошо играет. Но хоккей — это круче. Это самая крутая мужская игра. Кто круче на льду, дольше в президентах, и кто настоящий патриот? Об этом я говорю с легендой мирового хоккея, депутатом Государственной Думы Вячеславом Фетисовым. Хотел бы начать сообщение моей мамы. Она мне сегодня утром написала, когда я сказал, что с вами встречаюсь, что в то время любили хоккей. Твой дедушка, бабушка ходили на стадион «Сибирь», когда играли проезжие команды. Это был праздник семейный, соседи брали с собой бутылку водки и болели. Ну, водку они брали, потому что холодно было в Сибири. Хоккей, наверное, это русское, потому что снег, потому что холодно. Не, ну хоккей, в который я играю, он под крышей. А водка, ну, это атрибут вообще спорта Советского Союза. И, кстати, не было ни агрессии у людей. Я, по-моему, с 10 или 11 лет сам ездил на стадион «Динамо», где футбольные матчи проводились. 45 тысяч битком. «Спартак», «ЦСКА» — это всегда война на футбольном поле. Продавали водку. Нормально, все. Пиво сколько хочешь, да, бутерброды с килькой. Вообще агрессии не было. Скажите, а в каком состоянии сейчас российский хоккей, с вашей точки зрения? Ну, мы вложили в хоккей больше, чем кто-либо в мире. Построили, ну, я был министром спорта долгое время, мы построили больше 400 крытых катков. Это небывалый вообще прорыв. Мы создали континентальную хоккейную лигу, она международная. Мы создали молодежную хоккейную лигу, она тоже международная. Хоккейный бум. Девочки стали играть в эту замечательную игру. Есть мнение, что происходят странные, даже страшные вещи для русского хоккея. Мегазвезды уезжают. И не только мегазвезды, но и люди среднего, так сказать, звена. Очень много хоккеистов уезжают в Америку играть за НХЛ, а не за КХЛ российскую. Ну, тенденция мировая, футбола в том числе. Я считаю, если бы бразильцы не уезжали бы в Европу, они бы до сих пор были непобедимы. Вот, поэтому они играют сегодня в Европе. И да, из-за национальной команды, видно, не так стараются. К счастью, наши ребята приезжают с радостью играть за сборную. Но играют там, где сейчас уровень высокий, они стремятся туда. Это нормальное явление. Ну, поэтому ребята едут. Хотя по зарплатам, насколько я знаю, да, я не в теме совсем, на 100%, да, там серьезные деньги здесь получают ребята в континентальном. Да, по-моему, здесь потолка нет такого здесь в российском. Ну, это моя была, я когда создавал лигу, в общем, была идея строго контролировать потолок, потому что я точно знаю, что равные возможности дают в итоге, в общем, результат. Дают хоккеистов, дают тренеров, дают менеджеров. Вот. К сожалению, пошли не по тому пути, поэтому у нас сейчас перекос. Есть клубы-олигархи, так называемые. Но в последнее время идет тенденция, так скажем, к выравниванию. Я считаю, что чем быстрее мы это сделаем, чем быстрее все клубы, а тем более те, которые получают поддержку из государственных корпораций, поделятся своим богатством и создадут равные условия для всех клубов, тем быстрее у нас будет прогрессировать хоккей, хотя бы на какой-то период. Говорите, ребята уезжают, это нормально, это, в принципе, во всем мире. Просто это их столько много. Никита Гусев, Гавриков, Прохоркин, Шестеркин, Михеев, многие-многие другие. Ведь бегут из России. Почему так? Да не бегут. Они едут туда, где сейчас уровень повыше. Ну, это нормальное стремление. Но, еще а раз почему говорю. Такой уровень был здесь, в Советском Союзе, высокий, а сейчас стал плохим? Он неплохой, он второй по уровню в мире, поэтому... А почему так произошло, что там выше уровень, чем здесь? Вот, вот просто попытайтесь абстрагироваться, ведь вы же легенда советского хоккея, российского хоккея. Вы были в Америке, вы играли в НХЛ. Что... А мы что хотим понять сейчас? Мы хотим понять, почему уровень... Почему шведы уезжают? Почему финны все там играют лучше? Почему чехи все лучшие там играют? Почему словаки все лучшие там играют? Потому что это лига, которая сегодня собирает всех лучших. Поэтому 50% игроков национальной хоккейной лиги – это канадцы-американцы, а вторая половина – это европейцы. Поэтому все там играют сейчас. Вам не жалко, что это не в России происходит, вот этот самый высокий уровень? Что это... Мы открыли лигу всего 10 лет назад, национальной хоккейной лиги уже больше 100 лет. Поэтому, если смотреть
в перспективе исторической, то у нас достаточно сегодня времени. Есть понимание уже у многих руководителей, что да, мы, перестроившись, сумеем, в общем, конкурировать с Национальной хоккейной лигой. А с другой стороны, если бы хоккей у нас не был таким популярным и крутым, то, наверное, бы не было этих мегазвезд, которые сегодня, в общем, собирают стадионы в Северной Америке, да, являются кумирами для миллионов мальчишек не только в Северной Америке, но и в Европе. Вы помните свою первую игру в команде дома номер 4 по Коровинскому шоссе, если это так? Да, я помню этот период, как будто вчера это было. Это не только игра, это радость от того, что я с утра до вечера мог кататься. У меня была для этого возможность. Мы сами каток построили, заливали его. Поэтому я себя с детства нацелил на то, что я хочу быть... Ну, во-первых, получать радость от самой игры, а во-вторых, я в футбол, между прочим, неплохо играл до 15 лет. Да, потом я, когда принял решение, что хочу стать хоккеистом, я сказал, да, я буду все делать, чтобы стать лучшим в мире. Да, и поэтому для меня... Кстати, в майке ЦСКА я не проиграл ни одного турнира, начиная с 10 лет. Это вообще уникальный случай. Вот. Тарасов меня этому учил, Анатолий Владимирович. Он создал школу хоккея, которую твоя мама даже оценила. Да-да-да, оценила, да-да-да. Дедушка и бабушка. Дедушка и бабушка. Да, и могу сказать, что да, вот поражения, они тоже учат многому. Мне кажется, вот поражение в 80-м году американским студентам на Олимпиаде, конечно, во-первых, очень меня расстроило, разозлило. Во-вторых, я просто понял, что ничего так просто не происходит. Ты можешь выиграть игру только после финального свистка. Ты никогда не должен недооценивать соперника. Счастлив тому, что я обладаю самой знаменитой в мире серебряной медалью, которая многому чему меня научила. Поэтому, да, я считаю, что и поражения, они учат людей стать сильнее. На первую Олимпиаду, кстати, в тюрьме мы жили. Можете себе представить? Если сейчас людям, рассказать о том, кстати, фильм можно посмотреть, «Miracle and the Man», это американцы сняли, где я рассказываю о том, в каких условиях проводились Олимпийские игры. Это тюрьма, это собаки, это колючая проволока. Вас туда специально посадили? Все, немцы тоже. Кстати, вот поинтересуйтесь, да, у тех, кто участвовал, они вам расскажут, на самом деле. До сих пор это тюрьма строгого, так скажем, режима. А да, почему, и... почему именно в тюрьме? Что такое? Ну, вот такая Олимпийская деревня была. Мы тренировались по 3 раза в день. Тренировались на пульсе 220. Тренировались и играли в самый красивый хоккей. Канадцы, американцы. Они не могут понять смысл успеха той команды. Он простой. Для нас то, что у нас на груди, название команды и страны, было важнее то, что у нас на спине. Ваше имя. Наше имя. И это когда коллективно люди об этом думают, эта команда непобедима. Мне кажется, вот сборная Германии по футболу как раз этим принципам и соответствует. Сегодня. Видимо, вы очень любите сборную Германии по футболу, потому что все время в примеры ее приводите. Скажите, пожалуйста. Ну, может, с немецкими зрителями разговариваем. Мне кажется, это тот самый пример. И мне кажется, что вот... Ну, хоккей для нас – это то же самое, что футбол в Германии. Поэтому я провожу параллели все время. Вы говорите, красивый хоккей, это важнее, что на груди, а не на спине, да? То есть была система, была, вот это, было это все в Советском Союзе, а теперь вы говорите, всего лишь 10 лет, и этого мало совсем. То есть это же было, и куда это ушло? Или это не ушло? Да, развалилась страна, ушла эпоха. Мы сейчас ищем... себя по-прежнему стараемся найти. Ну, сейчас уже у нас на пороге 20-й год нового столетия. Ну, еще раз говорю, мы вложили больше всех сегодня в спорт, чтобы вы понимали. Ни одна страна в мире за последнее время не сделала то, что сделала Россия. Проводим самые крутые соревнования, Олимпийские игры, Универсиады.
Настроили столько спортивных сооружений, что нигде в мире таких нет. Ой, Олимпийские игры, которые потом весь мир как самые допинговые игры, к сожалению, вспоминает. Вот каково вам это? Вы знаете, я думаю, что здесь разберемся, и мир разберется на самом деле, что происходит. Бывает всякое в жизни. И, да, и самое главное, что все это было построена, создана атмосфера Олимпийских игр. Поверьте, я был на многих играх в разных качествах, но круче Сочи по атмосфере ни одних соревнований нет. Так тем обиднее, что теперь на 4 года бан российских спортсменов и никуда не поедут, нигде не будут участвовать. Ну, не знаю, еще решение не принято. Надеюсь, что арбитраж до конца разберется и правит. Примет справедливое решение. Еще раз, я не хочу никого защищать, я не собираюсь этого делать сегодня. Я просто считаю, что сегодня спорту это тоже не нужно. Чем быстрее разберутся арбитры международной структуры, тем полезнее будет для всех. Я правильно понимаю, спортсмены не виноваты, виноваты чиновники? Еще раз, не знаю. Если бы я был руководителем спорта на тот момент, я бы мог отвечать здесь с полной уверенностью. Но к тому времени был другой министр спорта, Мутко, и они вы. Естественно, был другой министр, да, у него своя философия. Он никогда не был тем спортсменом, который понимает, как работает система вообще изнутри в мире. Вот, поэтому, да, я считаю, что мировое сообщество должно разобраться как можно быстрее. Вот, и принять то или другое решение. Все-таки же мы говорим сегодня не только о тех, кто что-то сделал, или мы думаем, что он сделал, а о тех, кто сегодня тренируется, о тех, кто сегодня, в общем, под постоянным надзором, в общем, показывает и хорошие результаты, и мечтает о чемпионатах мира, об Олимпийских играх, о Кубках мира, о том, ради чего он с детства тренируется. Вы сами работали в НХЛ, вы были 9 лет в США, вы играли за Нью-Джерси Девилс и Детройт Ред Уинкс. Да, еще 4 года тренировал, 13 лет я там прожил. Тем более, как так получилось? И, может быть, мы при этом, может быть, какую-то параллель проведем к сегодняшнему дню, к тем ребятам, которые сегодня тоже уезжают. Как так получилось, что вот из этой прекрасной страны, где был замечательный хоккей, традиции, красивый хоккей, уехал советский хоккеист в США? Это мне уже был 31 год, блин, я уже стал 7-кратным чемпионом мира, 2-кратным олимпийским чемпионом. Все, я решил попробовать себя в другом месте. Я думаю, что это нормальная история. Я считаю, что сегодня хоккеисты, которые здесь играют, тоже должны, в общем, до какого-то времени поиграть, а потом уже ехать. Все-таки же они выросли здесь, и традиции есть. И мне кажется, что если они до 26 лет все будут играть здесь, а потом поедут до 40 лет. Я играл 14 лет, можно спокойно играть в национальной хоккейной лиге, если ты как раз будешь соответствовать тому. Какая была реакция на ваш отъезд? Я воевал с советской системой. Это совсем другая история. Мне просто интересно, вы в одном из интервью сказали, что это была самая большая война в моей жизни, это никогда не происходило раньше, и это была... когда ты герой, а завтра ты враг системы, которая себе этого врага лепит, конечно, это неприятно. Но я в тот момент внутренне чувствовал, что я должен выстоять. Я бился за... даже не за контракт, а за право выбора, которого у меня не было. И советская система этого не предполагала. Поэтому для меня это была совершенно другая вещь. И я видел, как разбежались друзья, испугавшись, что вот я так встал против системы. Вот, и система меня, в общем, серьезным образом третировала, я бы так сказал. Как система мешала? Какой-нибудь пример можете привести? Вот что... Как система? Она не разрешала тебе выехать. У нас паспортов не было, во-первых, да, у нас разрешение на выезд в то время существовало. И самое главное, забирало все деньги. В тот момент контракт получал государство, а тебе платили бы по $1000. И мне это возмутило больше всего, не потому что это деньги, а потому что меня продавали как раба. И мне так не понравилось все, что происходило, поэтому я воспротивился, я стал бороться за себя, за свои права. И в итоге, в общем, я был первый советский гражданин, кто подписал рабочий контракт с американской компанией, в данном случае с командой New Jersey Devils, и уехал. Давайте поговорим про сегодняшнее время. Вот вы
депутат Государственной Думы, спикер Российской Думы Володин Вячеслав заявил о попытках дестабилизировать Россию со стороны США. Получается, США империя зла? Вот каково вам слышать это тому человеку, который жил там, который, наверное, контакты имеет, и, по-моему, дети ваши там тоже живут. Вот как вы на это отреагируете? Ну, спикер, наверное, владеет больше информацией, чем я, вот, поэтому он имеет право говорить то, что он говорит. Вот. Я не чувствую разницы никакой. Я по-прежнему путешествую, я по-прежнему приезжаю в Америку, у меня много друзей, никто, в общем, от меня не отвернулся. В общем, в моей жизни ничего не поменялось. Вы не чувствуете попытки дестабилизировать вашу жизнь в России или вообще Россию? Не, ну я понимаю, что сегодня санкции, которые влияют на жизнь людей в нашей стране, и в моей в том числе. Вот. Но это другая война. Мы говорим, что люди, которые друг друга узнали, ну, ничего не происходит. Они также взаимодействуют, они также общаются, они не переходят на другую сторону улицы, когда тебя видят. Я в этом смысле. А вы часто бываете там? У вас контакты есть много? Ну, ваша дочь живет, да, в США, по-моему? Дочь у меня живет, закончила, кстати, Нью-Йоркский университет. А как же патриотизм? Вы здесь, политик, Дума, она там. Что наш как патриотизм? Ну, а вы не хотели бы, чтобы она здесь жила, в России? Она там учится. Она там получила образование, она там родилась, так получилось, волею судеб. Когда меня президент позвал в Российскую Федерацию, я 13 лет жил в Америке. Он сказал: Слава, ты мне нужен. Нужно поднять спорт, нужно создать систему, нужно, в общем, вернуть доверие России, миру. Я этим занимался, я это сделал. И все знали, что я приехал в Российскую Федерацию, жил в Америке 13 лет. У меня была даже грин-карта, у меня имущество там было, счета в банке. Все это знали. Потом выходит закон, что чиновник не имеет права иметь грин-карту и гражданство. Так. Все, что я сделал, в этот момент пошел в американское посольство, сказал: ребята, заберите, пожалуйста, грин-карту. Он говорит: почему? Ну, у нас же повод, почему. А получал я, потому что удобно перемещаться, да, не визу оформлять. Потому что вышел закон, и я сегодня сенатор Российской Федерации. Я говорю: все хорошо, и вынесли мне через полчаса визу трехлетнюю. Вот, говорят, что нельзя счетов иметь за границей. Я закрыл все счета. Еще раз я говорю: патриот — это не тот, кто живет здесь, никуда не выезжает, да, патриот тот думает, наверное, о стране, о том, что как должно быть лучше, имея опыт, прожив где-то, сравнивая вообще все, что лучше происходит, и это делает здесь. У меня здесь дом, у меня здесь отец, у меня здесь уважение, у меня здесь все. О каком патриотизме мы говорим? И квасном патриотизме, который вот на каждом углу сейчас кричат эти, как это, дестабилизаторы такие есть, да, которые начинают на этом играть. Еще раз говорю, я выезжал в Советском Союзе, только спортсмены могли выезжать. Я видел, что происходит в мире, начиная с 14 лет. А когда мне говорят: слышишь, у тебя дочка учится в Америке. Да, слава богу, она учится в Америке. Слава богу, что она получит образование, которое, в общем, конкурентно. Но не хотели бы, чтобы она в Россию получала это же самое образование? Да, она приедет в Россию, и какие проблемы-то? Она приедет туда, где ей будет сегодня, в общем, полезно, интересно, где она найдет свою жизнь. У нее своя жизнь, она взрослый человек, уже 29 лет. О чем мы сегодня говорим-то? Я вас понял. Вы сказали, что вас... Значит, да, значит, мне паспорт надо ждать. Если у меня ребенок где-то сегодня родился, волею судеб живет там, ну какая-то глупость вообще. С Путиным общаетесь? Ну вот, когда в хоккей играем, да. Путин играет, получает удовольствие от этого, от этой игры. В конце декабря прошлого года он сыграл товарищеский матч на Красной площади с Шойгу, министром обороны. В составе соперников губернатор Тульской области, бизнесмены Тимченко, Ротенберг, Потанин, музыкант Бутман, губернатор Московской области Воробьев был в команде противников. Что это за атмосфера такая? Это просто игра на льду или это какой-то клуб закрытый? Или это какая-то... Это еще... просто игра на льду. Но потом же чай пьют все вместе. Новогодний. Чай пьют, рассуждают о том, как нам построить больше катков для детей, как нам
по возможности не дискриминировать сегодня детей из бедных семей. Во всем мире это сейчас происходит. Я думаю, в Германии то же самое. Дети из бедных семей сегодня не могут позволить играть в хоккей, потому что дорого. А мы здесь стараемся эти моменты решить. Поэтому губернаторы строят катки везде. Поэтому... То есть они за чашкой чая решают проблемы строительства катка? Решают, обсуждают, что это очень важно. Все играют в хоккей и считают, что это круто вообще. Если политик сам чего-то делает, то он обязательно будет это развивать. Я не про то, что это плохо, я про то, что мне просто интересно, какие темы обсуждаются, о чем идет речь. Если вы говорите, они обсуждают катки и строительство, то это одно. Если они обсуждают, не знаю, там, заключение контрактов другие, другое. Но если это бизнесмены собираются, просто мне интересно. Я думаю, у них есть другие формы общения с президентом насчет контрактов и все, что с этим связано. Здесь спорт. Вы знаете, вот когда, не знаю, там, Меркель, допустим, да, канцлер, с утра до вечера, думает о том, как Германию сделать самой могущественной страной, да? И расслабиться-то ей негде. Если бы она вот в хоккей играла бы с нами, то она пришла, расслабилась, забыла обо всем, что происходит, получила вот эту радость от спорта, от того, что тормознул сегодня. Вот, представляешь, Путин, во сколько, 58 лет, первый раз стал на коньки в жизни. Ни разу до этого не... Он говорит, слушай, если бы я знал, что это такая радость вообще... скольжение, от того, что это вот все мелькает. И вы ему в этом помогли? Да? Вы его поставили? Да. Это же здорово. Круто. Наверное. Готов любого политика в мире поставить. Того же президента Трампа. Я думаю, что он в гольф хорошо играет. Но хоккей — это круче. Это самая крутая мужская игра, которая тебе каждый раз дает новое ощущение. Изменение Конституции. Вы поддерживаете? Знаете, я командный игрок, получается, да, я много что не поддерживаю. В нем есть своя точка зрения, за это меня люди уважают. Поэтому, да, я не голосовал за Диму Яковлева за закон. Один из немногих, кто остался в политике по-прежнему. Я много за что не голосовал. Я говорю, я хочу как-то выглядеть сейчас таким крутым парнем, просто, есть дисциплина, да, партийная, да, есть, даже при всем при том, я иногда, в общем, воздерживаюсь от того, что, в общем, не понимаю, для чего это делаешь. Вот, поправки же, они много что меняют в нашей жизни. А как Вячеслав Фетис, вы хотели бы, чтобы Путин еще переизбирался на один срок? После 20 лет уже сейчас и еще пару лет, которые предстоят ему. А здесь мы про года говорим? Мы говорим про то, хотели бы вы, чтобы Путин как долго руководил этой страной. Ну, смотрите, опять же, это народ будет решать, насколько это ему сегодня важно. И я считаю, что он очень много сделал для страны. И, у меня нет общения там, такого плотного. Он в свое время доверил мне очень серьезное направление. Все-таки же быть спортсменом — одна история, быть министром, который создал систему, построив огромное количество сооружений, возведя спорт в ранг национальной политики. Принеся Олимпиаду сюда, в эту страну. Принеся Олимпиаду, Универсиаду, чемпионаты мира, построив огромное количество стадионов, я считаю, что я вот без президента этого не сделал. И он это понимает. А мы говорим, что сегодня спорт — это не только вот золотые медали и НХЛ. Спорт — это сегодня альтернатива улицам. Наркотику, алкоголю, табаку. Во всем мире это так. Да? Если ребенок не занят, то он объект для наркодилера. Поэтому я могу сказать, что все, что я делаю в последнее время с помощью того, что я и умею взаимодействовать с политиками высокими, с губернаторами, я считаю, что я добился фантастического успеха. Я ничего против Путина вообще не имею. Все-таки я понимаю, что происходит сегодня во всем мире, да, какие вот идут турбулентности всякие разные, да, и ты понимаешь, что стабильность на самом деле — это какая-то вещь очень, очень важная для людей. А прогресс? Прогресс без стабильности быть не может. А кто может сегодня... навскидку, я даже не знаю, кто сегодня может гарантировать прогресс, став руководителем страны. Я не знаю, есть такой человек? Наверное, Путин.
Не, ну я не знаю, просто мне, я же вижу, что происходит, да, и уже нахожусь с 2002 года в политике, на всякий случай, да, и понимаю, что происходит, езжу по стране. Понятно, проблем достаточно, очень много. Они и объективные, и субъективные, и всякие разные. Но разницу-то я вижу. В заключение я бы хотел еще вернуться к спорту и к пандемии, раз уж мы про это заговорили. Что делать со стадионами? Что делать с командами? Что сделать там, где много людей? И будет ли вообще массовый спорт дальше продолжать жить так, да, как конечно, он это? Будет. Ну просто когда видишь на трибунах картонные или там фанерные фигурки зрителей, да, как это бывает вот сейчас в Германии. Ну это нонсенс. Иногда. Вообще это, спорт, спорт, это, игра, это для зрелище. Болельщиков. Я, к сожалению, не играл при пустых трибунах в свое время. Почему к сожалению? К счастью? Ну, для того, чтобы понять, естественно, к счастью, как сложно играть в пустом зале или при пустом стадионе. Ну, значит, на какое-то время это не будет являться чем-то важным для всех, для нас. Я думаю, что важнее сейчас много того, что связано и с образованием, и с детьми, и с нашим старшим поколением. Я думаю, что ну, спорт как-то будет находить возможности при пустых трибунах. Вячеслав Фетисов, спасибо большое. Спасибо за разговор.